передача. Иван Чехович, гол! Передача в центр, Чехович, бросок, гол. Это гол! Бросок, реагирует вратарь, отскок, тут же очень неприятное добивание Локомотива. Иван Чехович забрасывает пятую шайбу своей команды. Знакомая мне все равно команда, часто против нее играл. Ребята хорошо встретили в команде, пообщался с тренером, то есть все супер. Ближайшие планы какие сейчас? Готовиться к ближайшим играм, не знаю, в какой игре выйду. Пришел в команду, которая только предстоит биться изо всех сил за плей-офф. Ну, в первую очередь, я верю в команду, верю в каждого из ребят. Вот, и решение мне далось не тяжело, то есть как только узнал о интересе Витязя, в принципе, быстро договорились. Многим ребятам пересекался все равно. С тем же Рыковым пересекался, вот, с Воробьевым. Вот, то есть с Сетюр играли как-то по году, в сборной пересекались. Вот, со многими ребятами были понемногу знакомы. От каждого из ребят самое главное – приносить вклад в команду, носить свои лучшие качества. Вот, что я буду делать.